А что если классика? Антонио, ты знаешь, что такое классика? Тини мисс, возможно, инвиз какой-нибудь. Опа, здорово. Вот он. Хорош, вот это я его переиграл. В этой каточке мы, как обычно, нарвались на Анманера. Кто прыгнет, да, там либо Войд, либо... То сразу... Можно Виспу сразу, давай. Ох ты, смотри какой. Я вот так сделаю. Смотри, еще паузит мусыра. Ох, вот тут... О, можешь зацеп? Попробуем? Не представил. Давай, 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 туда им. Вот так вот. Чисто. Помнишь игру, как играли против Токсика? Отбойло! Его сейчас... Паузы нет. Паузы нету. Самое главное, печаль не то, что Зевс сейчас сдохнет, а паузы нету, да? Опа, дядь, здорово. Жесть, как он там вообще горит на Тинике. Блин, это походу часть наказали Анманьера, то наказали Анманьера на Тинкере, то сейчас наказали Анманьера на Тинике. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если классика? Антонио, ты знаешь, что такое классика? Знаю. Но только это не в жанре доты. Нет, сегодня у нас максимальная классика, и сегодня мы постараемся показать вам ту самую классику классического класса. Классики-классики. Короче, я сейчас возьму одного героя, и ты, я думаю, должен сразу понять, какого я персонажа. Какого ты персонажа должен взять? Они примерно одинаковые, и что эти герои делают, в принципе, и что они будут делать, я думаю, ты сразу поймешь. Леона. Да, просто классика. Ты же знаешь, да? У одного Фингер, у другой, не знаю, Пуси. Пуси. Ну, почти, окей. Короче, сегодня, друзья, будем комбинить две кнопки, который у нас Фингер плюс Лагуна. Надеюсь, получится фаново. Обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на ТГшечку, на ютубчик. Ну и, конечно же, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Еще, возможно, какие-нибудь другие платформы буду подзаливать, чтобы вы смогли посмотреть это нормально, корректно, без всяких тормозов. Но это не точно. Но если что, в описании все ссылочки есть, ребятки, чекайте. Фух, как настроение? Пойдет. Здесь. Спокойно. Спокойно, все хорошо, да? Да. Ну хорошо. Если солнышко светит, птички поют, значит все нормально. Значит, так, можно и покачаться пойти. Бомбу. Пип-пип-пип. Бомзи has been playing. Хочешь? Бомзи has been playing. Оп, хорошо. Там смотри, там жесткий чел на этом, походу, на Тинике. Но я его, наверное, победю. Но я не уверен, конечно. Но я думаю, знаешь, что сейчас делать? Догончики не хочешь сюда добавить? Мне кажется, это классика. Ну, это как обычно по ситуации. Да, посмотрим. Сначала немножко подзагнобим, а потом... Потом будем душить прям именно той самой комбинации. Старая-старая тема, старая приколюха, ребята. Кстати, по-моему, мы с Антохой не играли еще Лина Леон именно... фановой такой комбинации. Я надеюсь, вам это зайдет, потому что у нас всегда какой-то специфический юмор. Юмор для особо одаренных людей. И, соответственно, когда просматривают наши видосы, то даже самый жесткий геморрой излечивается. Ну, как минимум, спина. Ну, спина, да, точно. Перестает болеть, но тем не менее. Так, ну хорошо. В принципе, пик у нас и у них нормальный. Там есть 3 ваты. Войд, блин, конечно, проблема будет для нас. Что-то по-любому будет доджить. Но посмотрим. Да. Ничего страшного, я думаю, разберемся. Самое главное, знаешь, что нам? Под огерочку и полетели. Под огончику. Догончик, догерочек. Но я стандартно буду. Фаза Юл, потом дагер. И дальше уже буду смотреть, нужен тут аганим или нет. Если катка потная, то буду делать аганимную тему. Так, так, так. Вот это. Ах ты, мусырка, а? Мусир. Напишу ему мусир. Куру берет. Чисто такое, знаешь, подошел, руну у мидера забрал. Мидеру всегда руну оставляйте, ребята. Это просто, ну... Ну, это типа настолько классическая тема мидеру оставлять руну, что, ну, не знаю.
Нужно быть вот этим Зевсом, чтобы руну не оставлять. Может быть, там Войт Актеп на пересплюсике играет. Возможно. Возможно. Актеп. Возможно, и Актеп. Блин, проблема, у меня нету Куры, нету Варда. Ну ничего, сейчас разберемся. Куру себе возьму. Набрал Курию. А он ее... Я не хочу даже трогать его Курьера, потому что это для меня омерзительно. Че СВ не дает? Ну да. Ну все по стандартику. Так, хорошо, Вардик взял я. Но Тиник, в принципе, не фармит крипи, стоит на миду. Как бы он смотрит. Он тот самый чел, который сидит под кроватью во время... А, ладно. Не буду об этом. Не очень звучит. Не буду об этом говорить. Но если Войт актер, это очень хорошо. Войт, если актер, это очень хорошо. Но Висп будет помогать Тинику, кстати, я это чувствую. С ресами рун. Тини, да, пытается закинуть меня под тэшку, знаешь, что-то такое. Делает вид, что умный, но на самом деле не очень умный. Тут кто-то на миду поумнее есть. Не буду показывать пальцем. Лучше тыкну в него пальцем. Крип дальнего боя. Ой, все хорошо. Я себя проткнул немножечко. Так, висп, я думаю... А, нет, не думаю. Хорошо. У него 100 маны. Что ты хочешь? Манга. Еще и БХ. Вот оно что. Я думаю, на что он рассчитывает сейчас? Типа внизу? Эх ты, я понял. БХ. Конечно, такое. Смотри, какой. Ё-моё, как он быстро перетянулся. Да, он стопа просто прошел и все. Блин, ну это хреново. БХ, видишь, как... Не, он с бота. У нас двое. У нас... Висп и Войт. Ничего страшного. Хреново, у меня задевардил сразу тут. БХ, короче, будет роумищей. И у меня ни света, ничего, ни воды нету. Не фасум геля. Да, мне тут как бы тяжеловато будет. Ну да ладно. В принципе. Главное сейчас сильно не бычить. Но будет меня задрачить сейчас стандарт на бот Лотоса. Это хреново. Бот Лотос и там Тос. У меня лимит сейчас хитпоинтов на то, чтобы не сдохнуть. Крайне невысокий. Мне нужно постоянно фулл хп держать, потому что БХ Тосом снимет 200 хп. И этот фулл прокастом. Ну ладно, у нас так как камбэк, но главное батлыгу сейчас сделать. Внизу ребята душат, вернее, не душат, а умирают. Там. Попытались убить СФа. СФ двоих убил. Так, ладно, Тинни фри. Мне кажется, он на топе. Мне кажется, БХ в миду стоит. Тем не менее, не хочу сейчас брать варды. Ну, блин, лучше взять, конечно, варды сентри, но у Тинника топорик. Он внизу. Тинника топорик. Ага, ботл сапог принес себе. Ботл сапог. Тоже надо ботл. Сейчас хил в разнос. Скину. У меня, конечно, БХ очень сильно подкосил. На миду. Тини мисс, возможно инвиз какой-нибудь. Опа, здорово. Вот он. Хорош, вот это я его переиграл. Прикинь, с инвиза вылетает, я успеваю стан накинуть. А вот и БХ. Да ты мусырка, а! Просто, ну посмотри на меня. Вообще не отстает от меня. Ну ладно. Ну, БХ такой будет. БХ оверактив.
оверактив. Ладно, попробуем сейчас подзавардиться. Тяжелая будет, Антох, сразу говорю. Потому что вижу, что пацаны пытаются прям именно отыгрывать. У нас так не будет отыгрывать. Это уже будет минус, конечно. Да, у нас тут классическая драка за фарм, только не между противниками, а союзниками. Понятно. Ну, я сейчас попробую чуть как-то на себя буду рассчитывать больше, потому что мне никто тут не поможет в миду. На 7-м левеле постараюсь подснять. Тиник full free пошел. Потому что я ему позицию никакую не могу сделать сейчас. Под БХ постоянным, который тут. Могу только с лейвами подраконить его. Не заберу 300 хп. Блин, мог подбайтить. Но он тоже не тупой чел на тинике. Подбежал но сразу тупой. Топором захавать. БХ, скорее всего, догоновый будет. Догон. Хорошо. Печально. Вот тут выйти помочь. Я тоже помогу, если смогу. А по идее, должны сейчас принять как-то. Хотя, я думаю, сейчас просто пробежит и все. Ничего не будет. Я просто время теряю. Хорошо. Хорошо, не просто время теряю. Уже лучше. Опа, сентряк есть, можно поесть, да? Кстати, еще не забывай, что могут быть эти... четырехглазые. Аборигены. Да. Я вот что-то подзабыл. Сейчас же и начало нового сезона, по сути. Сейчас эти аборигены аккаунты посоздавали, и начинается вот эта веселуха. Веселуха начинается. Мусур это картуй, чисто. Так, ну в миду СФ. Пока что тяжело, но в целом, я думаю, камбэкнем. Жалко, варда нет. Опа, пошло. Вот и кик. Ясненько. Там точно настроены серьезно. Там настроены серьезно, и вот и кик даже пытаются делать. Чтобы типа не фидели, мне затошить. Ну, на самом деле, это такое себе поведение, я считаю. Я так и думал, что это Тини. Вот Тини, я тебе говорю, он там Тини вообще настроен агрессивно. Ему там и жопку подлизывают даже. Так-то он в миду, пока БХ не пришел, ничего не видел. А потом начал видеть что-то. Я тебе говорю, там пацаны настроены. Меня уже обходят. Он Тини ходит, чисто такое. Ну, Тини, да. Пытается. Так, ну я, наверное, вот так только смогу что-то делать. Его подфармим. Думаю, клак убрать или нет здесь. А что, там тени? Очень много прокаста, да. Надо бы подбесить его, что ли, немножко. Еще. Да мне что-то, если честно, я не очень уверен, что мы здесь выигрываем. Не очень уверен. Ну, посмотрим. Я буду потеть, тут нужно именно запотеть нужно. Это потная игра. Это не контентная, это просто потная игра. Контентная игра — это когда фан. У нас просто, я смотрю, стороны все проседают. Низ что-то там это, топ сломали. Причем там Void, ты сам знаешь, что это такое. Купол. Тинника хорошо, еще даггера нету, типа, ну не знаю, позднее что-то какой-то он. Чувак. Возьму клаку. Блин, мне бы, может, какой-то, я не знаю, на миду бы какой-то прикол бы. Ага, баха там тоже ходит. Баха догоновый будет. Я шестой уровень получу сейчас и пойду. Давай. Чудо стоять его уверенно получить. Шоет. Войд в миду и БХ. А, БХ на руне. Хорошо. Если я его поймаю, будет офигенно сейчас. Ну иди сюда на БХ. Куда ты? И не. Висп. Виспа смогу убить сейчас. Вот здесь с ХГшечки подработаю. Хорошо. Ну, я вот слил.
Убила Сефа. Убила Сефа? Да. Стан кому-нибудь, дядь, разряди. Вот чё, туда убил их. Да, нормально. Я, может быть, даже трипла оформлю. Ах ты задоджил. Ну, Антох, он... я его задержу. Я слейвом добью. Хорош. Мужик. Забайтились. Потеряли бдительность. И были схвачены за яйца. Пойду на меду. Фарману очень много фарма. Ну, Тинни в даггер уже 100% сейчас выходит. Очень долго он его, конечно, бьет, этот даггер. Но в целом, я думаю, он у него уже имеется. Ну, на миде. Пока без него. Он в пак по-любому сейчас возьмет его. Че ты? У него реген. Пытается на фул ману слить мне ресурс. Ой, давай, тычку. Ой, пу! Ебать. Ой. Ему так обидно, наверное, сейчас было. Он на пол резал, он все слил. Он все слил, лишь бы... О-о-о-о-о! Чё? 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 Он понял, ну, полностью пытался захарасить, чтобы... Чтобы, короче, этот, дать прокаст. Но у него по-любому уже есть даггер, надо сейчас быть бдительным. Ну, у меня пол Юла. С Юлом. С Юлом можно будет баловаться уже. Так, это, конечно, нет. Хорошо. Забирай. Не-не, я на базу, забирай, я на базу иду. У меня нет варика останавливаться. Мы должны действовать, у нас здесь вот так вот. Мы должны действовать. Тиник на миду без даггера. Без даггера, чувак. Там на мид заходят. Дадим отпор. Сейчас будет нападение, скорее всего. Что умничка. Это было? А как он тут отказался? СФ покинул он все. Он не думал, что я здесь под тэшкой стою. Я в смоках был. Еще и кикнуть. Перекикнуть надо. Ой, БХ с прокастом, да? Я не дотягивал. Чуть-чуть не дотянулся. У нас топ-просадка. Я сейчас, я добиваю Юл, короче, в лесочке стою. Не забывайте еще, что у нас БХ, ой, БХ, этот Войд, не Войд, Найкс фармит леса, то есть мы играем в меньшинстве. Антоха, очень опасно здесь, вот тут, сейчас вот тут, вот тут. Я знаю. Вот так обходят. Вот тут еще. Отходите, просто доджите, ББ. Нам надо доджить просто. Так, все, я с Юлом, я заряжен. 800 хп. Сейчас можно делать вещи. Вайп делает висп. Слушай, там как бы не 3 или 4, ну 3 игрока точно. Тинни и БХ, они вместе. И висп еще походу с ними. У меня фингер есть. Фингер есть. Сейчас я ТП юзать буду. ТП к вам юзаю. Есть, я на ТПшке. Там кто прыгнет, да, там либо Войд, либо то сразу. Можно виспу сразу, давай. Ох ты, смотри какой. Я вот так сделаю. Смотри, еще паузит мусыра. А ну, Тинику насунь! А, сори. Надо было Тинику насовывать. Да. Ай, печаль. Чей паузит, понял? Там вообще токсик мусыр. Блин, если б не Клака, я бы сдох. Вот тут, о, можешь зацеп? Попробуем? Не достаю. Давай, 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 туда его. Вот так вот. Чисто. Помнишь игру, как играли против токсика? Чем я тебе говорил? Я вот этого и хотел побесить. Все, 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 пошло дело. Все, пошел вот это, ами, вот это все, ясно все о твоем воспитании. Надо таких наказывать. Не удалось, да, повипендриться немножко? Тэшку надо. Какие олени. Ой, боже, позор чисто. Это просто позор. Так, хоста надо забирать. С Локсом пустили мне. Это с твоим другом, что ли? Что? С Локсом пустили мне.
Он смотрит в зеркало и говорит, что за мусор? Мусор это картой. Сейчас он разозлится и подключит крутилку, короче, понял? Понял, да? Понял, да? Аваланчи во все стороны. Чисто мем из CSGO, реально. Подключит крутилку, рейджнет сейчас как. Ой, внизу суета, да? Внизу, да, я лечу. Но я пока не могу. Я очень далеко. Так, у тебя есть? Почти есть, да, Фирген? Купёрден. Купёрден файт. Я через мид побегу. Побегу, успею. Интересно, что-то подловить тут как-то, не? Я не успеваю. Блин, надо было смока юзануть. Он так паузу её поставил, когда двоим нам проказ дал. Он думал, мы умрём. А там в меня тос летел, у меня стики были. Он подумал меня, что убивает. Вот тут давай примем. Можем? Да. Ну тут может быть еще и БХ, возможно. Надо принимать, дядь. Он очень близко зашел. У тебя нет клаки, да? Есть клак. По идее, ты не живешь. Поймал его. Купол меня дал. Ну, я с прокастом. Ой, хорош! Вот так успею? Успел. Живу. Дай финик. А, не, у меня нету. Я вот здесь вот так разрежу. Хорош. Секунда была, КД. Нормально, все хорошо. Мне главное не сдох. Это уже хорошо. В такой ситуации, что мне фул проказ дали. Блин, как же клака тащит, ё-моё! Она поломанная за свои деньги тут, реально. Она просто нереальная имба. У меня сейчас резист тупо 50%. Это очень много. Че, вы там еще поймать его хотите? Да, почти. Вот не полетел, не долетела склянка. Опа. Я ТП даю. У меня тут мусор под ногами болтается. Но оно здесь будет меня ждать. Центряк поставишь, может убьем. Но у меня, конечно. Он трек на меня не кинул. Вот здесь. Центряк ставь тупую. И на хекс его сади, дядь. На хекс именно. Дай ему кнопку. Ой, хорош. Все, пойдет. Убивать не хотел. Все, пойдет. У меня просто ничего не было. Ни маны, ни хп. Ничего нет. Блин, такая потненькая, да, агрессивненькая карточка получается. Я такой контент люблю. Самый приятный контент. Здесь, конечно, катка выигрывается. Не, ну... Да, если выигрывается, то вообще сок. Мусор убьем? Там сейчас... НСФ вообще, по-моему, ни о чем. НСФ, да, ни о чем. У меня тут сейчас уже будет этот... А, тини. Опа, ну ты че? Бегу. Блин, какой же он дурачок на самом деле. А, там меня висп, тут видно. Висп, блядь. Стан КД, все КД. Так, сделаю. Стан есть у меня на СФ. Ух ты, вижен есть. Ой, БХ, я убегаю, дядь. Ой, я убегаю, я просто фулл Б. Но я, скорее всего, сдохну, но постараюсь выжить. У меня ТП-шка по-любому КД. Блин, какая ситуация у меня неприятная. О, БХ там, хорошо. Найс. А, у меня маны не хватает маны. Нужно золото. Оп, душ не поймать. Уф, нифига я тут нансил, честно. Мне ГГ. Дядя, беги! Нет! У него КД инвиз. КД инвиз. У меня, блин, 300 маны, 90 хп. У меня сейчас даггер уже будет, чуть полегче будет. Буду тени переигрывать просто на скилле. Опа! Ой, мусырка. Мусырка. Тиника даггер просто. Жизнь себя перефармил его. Осуждаю. Смотри, как байтит профессионально. Просто стоит такой, знаешь, вплотную, типа. Ты думаешь, меня убьешь, а я на даггере уйду. Сейчас я его побайчу, дядь, посмотри, как побайчу. Сейчас, блин, ушел. А я бы его сейчас побайтил. Просто прыжок, юл, стан, до свидания. Внизу, смотри, мусур. Мусур, да, надо принимать. Ух, там сколько хп. Ноу, да? Так, ну я, в принципе... Блин, тут гем придется носить, дядь. Гем придется носить.
Так, ну нам нужно какую-то совместную вылазку, я бы такой сказал бы. Блин, еще бы варды так расставить бы как-то. Что-то у нас... Пойдем вместе пройдемся. Че у тебя даггер там не скоро, да? Нет, вообще не скоро, я на варды трачу. Опа, БХ тебя атакует. Я прыгну, помогу. Подстанешь? Нету, нет стана. Это вот так придется делать. Спасибо. Блин. Блин. Живешь. Хорош, да? Изи. Благодарочка. Да благодарочка. Топ сломали нам тем временем. Печально. Он у нас в стороны просаживается. Короче, мы тупо толкаем их вдвоем. Жестко. У нас уже в ХГ крипы долбятся, Найк все в лесу сидит. Блин, тяжко будет, Антох. Реально, я так чувствую, надо мне тут какой-то фулл ДД делать. И плотность. Скади, Буриза, что-то такое буду делать. Без догона. Тинис Маках. Вау. Хоть низ, блин. Крипчики забрали. Висп леса колотит. Так, ладно, окей, поехали по билду. Сэф внизу пойду, а приходую. Ну, может, они тут не одни будут. Это прям опасно. Шоет. Опа. А, он домой шел. Ой, закексил, да, там? Бахашку. Я бегу, дядь. Бегу, бегу, бегу. На мне трека нет. Трека нет? Хорошо. Должен быть где-то. БХ вот стоит. Дай ему фингера нафиг. Я, если что, помогу, не ссы. У меня юл есть, все есть. Чел не ожидал просто. Жизнь ему прилетела, да? Красота. Жалко у тебя такой рез, это там, блин, 100 секунд. Да. На топе, смотри. Ну, фарм. Я пытался фармить, поэтому, но все равно. Пойдем пройдемся. Я зацеплю, если что, на юлу. У нас низ пушится опять. Найк с леса не вылазит просто. Я заюл его сразу. Смотри, уходит. Вард, наверное, да? Подмотай. Я проверю. Давай, подставим. Вот здесь, я так думаю. Потому что он тупую. Пойдем. Блин, он остался. Он остался, он будет дофармливать. Еще вторая пачка идет. У меня лагуны нету. Хотя сейчас вард. 7 секунд. Вард стоит, да? Я его сейчас сцеплять буду. Ну, я не достану. Просто без комментариев. Просто без комментариев. У меня, короче... Ну, просто пересмотрите, там таргет. По-моему, я сейчас его дотычкой добью. Ничего страшного, Тини идет, Тини, хекс по мне кликай я просто. Я за хекс. Хексом в меня кликай, либо я заюлись, ну... Ты не лагаешь? Я не лагаю, нет. Хексом в меня кликай просто, он в меня будет прыгать, он уже бежит. Блин, у меня, короче, я сейчас... Короче, у меня был какой-то открыт таргет, я блинканулся, у меня открыт таргет чего-то. Это не таргет Юла, и я, короче, просто стою. И пока эскейп не нажмешь, это не убирается. Вот, и я тупо прыгаю, смотрю на Тини, и он просто успевает отблинковаться. Короче, микроконтрольная ошибка какая-то. Без Огра еще тяжелее будет, блин. Ладно. Не, он застал. Пойдет. Я зацеплю сейчас, скорее всего. Да. Хорош. Достану ли я? Я уже нажал. Скотина! Нормально, нормально, нормально. Я в тайминг нажал уже. Все, нормально. Мусора. Есть, задушим. Выжим, даю. Я живу. У меня ничего нет. Нормально, с руки. Боже, что за токсик игра просто. Вопросики ставит он. Так, я отхожу. Давай, у меня будет фингер. Монобуз, дай мне, куря. На, забирай. Есть даггер.
Блин, токсик гейминг, конечно. Вот что я люблю. Но на самом деле такое. Так, да, Дагер есть, да? Хорошо, вот там кто-то был. У меня почти есть... Дабл сэф. Давай вот так сделаю. У тебя есть пингер? Да. Давай, просто на раскастик ему. Подстанешь, хорош. Умничка. Вот это, конечно, я понимаю. Вкусная фанат. Точка. Фанат футбола. F1 привет. Не... Вот я нажал на куру, сейчас нажимаю F1, F1 не работает. Тоже баг какой-то. Так, я, наверное, лес. Не буду. Ходят. Хорош. Ой, лох. Не попал прокастом, да? Ой, лох. И вот сейчас... Паузы нет. Паузы нету. Самое главное, печаль не то, что Зевс сейчас сдохнет, а паузы нету, да? Опа, дядь, здорово. Как дела, брат? Хорошо все? Давай, в таверне. Жесть, как он там вообще горит на тинике. Блин, это походу часть наказали Анманьера, то наказали Анманьера на тинкере, то сейчас наказали Анманьера на тинике. Надо новую рубрику создавать. Наказал он манеру, да? Угу. Хорош, вот это вот туда же можем с Кади ездить, поехало. Все, это просто, я не знаю. Ух ты. Дагера нет. Ничего страшного. Идет. Блин, как же я разношу, да? Ну, не без помощи, конечно. Я, у меня столько ошибок в микроконтроле, на самом деле. Где-то процентов 90 я сейчас играю, и у меня вот 10% это ошибки. Я бегу. Если поддержишь... Есть центряк? За Юлю. Правда, тиник сейчас уже должен быть в ресе. Все, я ухожу, дядь. Надо Ю этот, travel купить. И пойдем тупо в наглую сейчас подвардим вот эти точки, окей? Давай. Фингер есть, все есть, да, у тебя? Фингер есть. И все, тогда что еще нужно для счастья? Кого-то видим сразу в хекс и... Опа, вот этого, например. Финик тут по лесу ходит. МКСшник. Ну да, ну да. МХ. Свой позор. Бро. О, no! Ой, у меня худ оказался. И пофиг на проказ, да? Он ливнет. Я тебе говорю, он ливнет. Чудик, он ливнет. Эх, жалко. Я топ пошел ломать, дядь. Даст ты возьму. Хорошо. Так пофиг на проказ, да? Так, ну что, я предлагаю открыть сезон охоты. На 27-й минуте. После такой потной дрочки. Ну это по-другому не назвать, потная дрочка. Потная дрочка. СФ внизу, конечно, дрочунчик. Пофиг на СФа, да? Пойдем завардимся, дядь, вот здесь вот. Я кого ловлю, если что там, я за Иулю. Тебя не слышно, дядь. Не слышно. Блин, Антоха отвалился от сети, да, походу? Опса.
Отвалился. Ты отвалился, да, от сети там? Меня слышно? Вот сейчас слышно, да. Боже, я... Маны нет. Я отхожу, дядь. Я что-то так сейчас налажал. Там, я под треком и типа, блин... Давай уйдем. Да, я ушел. Я ничего не менял, я не знаю почему, у меня просто не было слышно. Ну, опять же, интернет говняный. Ну да. Я, блин, я минуту или полторы говорил, что там, типа, да, пойдем вниз. Идем с тобой. Не, не да, было, ладно. не было коннекта. Я пойду на то. Да, да хреново, был бы войс, мы бы с тобой там вообще шо-дота показали. Да, да. Даже там... без войс. Абузер, хост. Он просто, у меня ресурсов уже не было, надо было по чуть-чуть подсасывать, чтобы хватило маны на контроль. Юлингс, 2 Оксана, Локсом мне пустил. Абузер. Так никого я не пускал, кто зашли, те играли, лол. Локсом мне абузер. Варбила, Майна, Найксе, Рейдж, Ми. Рейдж плюс сломать варды. Я станом не попадаю просто, лол. Реализация рейджа пошла. Станом не попадаю. Попал станом, ура. Риджи, ну не знаю, на самом деле плотная такая, да, типа против токсичного чела. Чмо. Смотри там, смотри. Смотри там тебя. AGAP. Вот такой еще мем, знаем. Сканки на детстве. А, я помню. История, ребят, из детства. Сижу что-то, я не помню, что делал уже точно. Либо что-то сидел, втухал, смотрел, или на гитаре играл. В скайпе звонок. Просто в тупую. Какой-то тип звонит. Вообще, я не знаю, кто это. Что происходит дальше? Я поднимаю трубку, и чел начинает меня люто крыть матом. Ты говно, ты чё? Ты это там, я тебя там найду, знаешь, я такой, подожди, братан, подожди, чё за фигня, чё происходит? Ты кто? Он говорит, ты в игре там что-то это. Я говорю, подожди, нет, дай сэфу, а? Ай, ладно. Ай-яй-яй. Говорит, ты там в игре выпендривался, там это, что-то говорю. Я такой, подожди, чувак, я сижу просто сейчас, вот сижу, там что-то занимаюсь своими делами, и ты мне звонишь. А потом до меня доходит, что, короче, брат Антона, который играет сейчас, он всем пишет, скайп, хеназес, давай, го, говори. Короче, звони, будем сейчас все-таки пообщаться. И, короче, мне тип вот так вот позвонил и начал меня говном поливать. Вот такая история. В любой непонятной ситуации пишите скайпе на дес, да. Чисто мем. Жаль, Аркадий уже не пользуется скайпом. Так ему бы сейчас там... Ай, бро. Жесть. Но на самом деле, Антох, в этой катке не было контента, именно который мы хотели заснять, именно Лагуна Фингеровой. Но здесь был контент немного даже поприкольнее, в плане того, что наказали ЧСВшника, вот этот... Чел, который мамку трогает. Короче, полный набор вот этого вот фарша. Быдло получило по заслугам, как говорят там на ютубе. Быдло получило по заслугам. Да, быдло получило по заслугам. Вот этот вот чел. Говорю, надо рубрику уже новую. У него 4, ну 4.2 кда сейчас уже упало. У него 5 с лишним кда было. И он ничего в меду вообще мне не показал. Понимаешь, что такой себе. Бывает такое. Бывает. Ну что, погнали next, вы надо дать контент, это не? Погнали next, да, поехали.